Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Больше миллиарда рублей выделяет бюджет на борьбу с коронавирусом. Это предусмотрено поправками в бюджет Кировской области, который на прошлой неделе одобрил на внеочередном заседании Заксобрания. 1 100 000 000 направят через фонд обязательного медицинского страхования в медицинские учреждения, которые оказывают помощь больным с коронавирусом, на зарплаты, средства защиты, модернизацию лаборатории, оплату отпусков медиков. Более 200 000 000 потратят на покупку лекарств и медицинского кислорода. Рода 44 миллиона предусмотрено на диспансеризацию кировчан, которые переболели ковидом. Программа «Экономика». В Москве согласовали нового кировского министра промышленности. Его кандидатуру утвердили в Министерстве промышленности и торговли России. Владимир Сосолятин теперь официально возглавляет это ведомство. Указ подписал губернатор 26 числа. В статусе исполняющего обязанности министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Сосолятин работает с марта. Ему 64, родился в Котельниче, начинал после армии с должности тракториста-машиниста, был летчиком-инструктором. В начале 90-х возглавлял российско-американское предприятие «Вятка Имекс», центральную компанию финансово-промышленной группы «Вятка Лесинвест». В 2000-х был членом Совета Федерации, при губернаторе Сергиенкове, зампредом правительства области. Затем возглавлял Нововятский лыжный комбинат, был советником директора ООО «Армплюс» в городе Кирове. Экономика на 101 FM. Мужчины быстрее находят новую работу в Кировской области, чем женщины. Сейчас, по данным Кировстата, численность безработных в регионе 33 тысячи человек. Уровень безработицы 5,4%. Среди женщин 5,2%, среди мужчин 5,5%. Чаще всего работу ищут через знакомых. На втором месте объявления в СМИ и интернете. Причем женщины данным способом пользуются значительно чаще мужчин. 54% против 37%. За три месяца находят новое место 37% мужчин и 35% женщин. От одного месяца до трех тратят еще 24% женщин, а среди мужчин 37%. Экономика. В завершение о валютах. Доллар на сегодня 73,99, курс евро 87 рублей 3 копейки. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.